Непрекращающиеся бои за Донецкий аэропорт снова силой продолжились и с самого утра 4 сентября. Ночное затишье около половины 8 утра нарушили залпы артиллерийских орудий. Сейчас, по имеющейся информации, бойцы армии Новороссии практически заняли территорию аэропорта. Ими ведутся в основном оборонительные бои с целью недопущения прорыва на отбитые у карателей позиции подкреплений ВСУ. Мы сейчас находимся на здании девятиэтажки, находящейся буквально в 100 метрах от забора аэропорта. Видно, что по зданию было сделано очень много попаданий, собственно, со стороны аэропорта. Сейчас в непосредственной близости от нас идет бой. Воюют здесь ребята со взвода Моторолы. Крыша пристрелена, поэтому подниматься нельзя. Видно отсюда хорошо терминалы аэропорта. Видно краны, с которых еще совсем недавно ребят на Путиловском мосту, на блокпосту, обстреливали снайпера. Сейчас это все уже наше. Который правее от старого терминала и дальше. Второго попадала на повышке с одной из вышек, четко попадала, пыли чуть-чуть надела, так хорошо. Я тебя понял. Гиви Мотороле. Ну, говорит. Ну, работают нормально, то есть нет. Нема за счет. Что ты там видишь, где разрывы? Я. Увидел? Увидел птицу. Вот туда как раз в старый. Ой, в старый терминал попадает. Да, но залетает сюда. Вообще нормально. Я тоже так вижу. Ассаламу алейкум. Пизда, по гостинице обложил.